Through the ways of Sylvia Ditchburn. Okay.
It's me who translates it. Yes, yes, yes. I don't know. It's very, very sad. What is the spirit of Australia? Because we live here in Siberia. We have never been to this country. And we don't understand, we don't even know what Australia is. If you can explain us. Well, what I try to describe to you in through my paintings is the spirit. Kangaroos is the symbol of Australia for us. Yeah, kangaroos. She made your impression as if all your pictures are the same. Look like very the same. Well, they're all the same here. All Australia. The name of your exhibition here is called like Sochi America. Yes, I translate it like this. Sochi America. Why do you call this exhibition like this? What miracles are you searching for? Are you looking for? I didn't really give it that name. I called it Australian landscapes. Australian what? Landscapes. Australian landscapes. What the first word? Australian landscapes. Она не дала такой выставки. Она назвала это австралийские ландшафты. You start your visit to Russia from Siberia. Yes. Да-да-да. And can you tell us about your hopes? What are you waiting for to take, to find here? What impressions have you and your hopes of your... What do you hope for? It's just an adventure for us. Для нее это просто приключение. Конечно же, в Сибири она и в России первая. Начинаем понять, да? Russia is such a big country. Для нас Россия это очень большая страна. And we're just looking forward to it, just seeing a really tiny bit of it. Thank you.
Вначале было слово. Голос древней кулайской цивилизации невидимой нитью связал воедино две далекие культуры. Во время открытия экспозиции премьер-министр Западной Австралии Алан Карпентер заметил. Песня была о змее, да? Змея – это символ жизни, добавил высокий гость. И та извилистая длинная дорога, что привела представителей Австралии в Томск, тоже похожа на змею. И в будущем также породит качественно новые отношения между регионами. Пока еще очень слабо развиты экономические отношения, научно-технические отношения. Но я думаю, что связи в области культуры это станут тем локомотивом, за которым потянется и экономика, и наука, и техника. Перед глазами томичей мангровые заросли и причудливые скалы. Яркие экспрессивные краски, стремительные мазки, удивительная игра цвета. Картины Сильвии Дичбурн завораживают простором ландшафта. Горячие, почти кричащие тона обладают особой энергетикой. Совершенно другой стиль, совершенно другие краски, другие эмоции, другое восприятие. И она пишет акрилом на холсте, акрилом на бумаге. Это немножко непривычный для нас, скажем, способ письма, но настолько как бы неожиданный результат получается, что для наших томичей, для зрителей это будет очень интересно. Открытие экспозиции под названием «В поисках чуда» лишь случайно совпало с приездом австралийской делегации. Для них самих это стало приятным сюрпризом. Тем более, что творчество и политику представляют два разных штата далекого континента. В Австралии они соперничают. Получается, что Сибирь объединила конкурентов. Сама художница посетит Томск 7 мая,